Ну что, вот 1 мая 2023 года, что удалось сегодня нарыть? Такая штука очень тяжелая. Сталь толстая. И как у ракеты, такие два сзади этих перышка. Еще какая-то маркировка здесь есть. Одна вторая, что-то 10, одна вторая, одна восьмая. Короче, хрен его знает, что это такое, потом посмотрим. Это у нас тоже толстенный кусок печки, чугунок. Это было когда-то лопатой деревянной, середина и окована снаружи железом. Вот, гвоздь остался. Коса. Все, что остается от косы через 100 лет, в принципе, еще хорошо сохранилось. Какой-то замочек или что-то было такое, накладка какая-то. А самая классная вещь, вот здесь ручка была. Вот сначала думал, что это конек, потом понял, что это какой-то такой тесак специальный. И это выбоины, по-моему, тоже сделано для чего-то, непонятно. Сначала думал, что это скол, но нет. Что-то такая интересная вещица. Самый прикольный ножичек. Вообще красивый ножик. Почти что целый. Можем даже как-то, наверное, его отреставрировать. Я видел, что не такой реставрируется. Ну, в общем-то, практически все. Вот еще автомобильное кресло нашел. Это чисто так, металлолом.